В понедельник, 29 февраля, в лицее номер 52 прошло торжественное открытие 19-го городского фестиваля «Школьный музей», посвященного 105-летию со дня рождения героя Советского Союза Владимира Молодцова. Среди участников фестиваля Никита Вайцен, правнук Алексея Ангеловича Вайцена, ветерана Великой Отечественной войны, последнего узника лагеря смерти Собибор. Я приехал сюда с работы о своем продержке Вайцене Алексея Ангеловича. Он был одним из организаторов восстания в лагере смерти Собибор в 1943 году. Это было единственное в истории Второй мировой войны удавшийся побег, массовый побег узников из концлагеря. Здесь разные люди рассказывают совершенно на разные темы, и все запоминается очень ярко.